Знаешь, вот все песни, которые мы с тобой когда-то написали, сейчас по-другому их воспринимаю. Особенно некоторые из них, где речь идет вот о любви, о начале отношений. Вот, например, песня «Звездопад». Ветер постучит в окно непрошено, в час, когда цветы и люди спят. Я увижу, как Господь пригоршнями роняет звезды наугад. Летят они, цветные призраки, медленно скользя по небесам. Яхтами скользя к небесной пристани, скользя, как слезы по щекам. Звездопад, примета августа, дней прошедших звездопад. Ты прости меня, пожалуйста, но все звездочки летят. Спящие дитя, моя любимая, светлая звезда в моей судьбе. Песни, что пою, душой ранимою, дарю единственной тебе. В этом мире без тебя мне холодно, я перед тобой не виноват. Ты мне подарила свою молодость, а я тебе свой звездопад. Звездочки летят, звездопад, звездопад.
Я хочу, чтобы всем композиторам так везло с поэтами, как мне повезло, как Аль Борису мне повезло, когда Игорь решился писать на нашу музыку стихи. И я считаю его одним из самых больших поэтов-песенников. И, конечно же, используя эту возможность, хочу пожелать, чтобы это был последний брак в его жизни. И хочу пожелать детишек, потому что маленькие дети – это вдохновение, это всегда возможность быть молодым. Поэтому поздравляю. Мой друг Игорь Крутой. Мой друг Игорь Николаев.